Для Максима и Натальи Черновых момент рождения их третьей дочери стал как самым экстремальным, так и самым счастливым. Малышка появилась на свет в машине по пути в роддом, а роды принял сам молодой папа. Сейчас Максим рассказывает об этом с улыбкой, а тогда, 8 июля, эмоции зашкаливали. Мы ехали прям целенаправленно в Чебоксары, в третий роддом. Уже как доезжая до Новочебоксарска, все сильнее и сильнее жена начала там кричать. Уже все, воды отошли, я принял решение уже все, ну, принять роды сам. Она как бы уже все родила. И приезжали гаишники ТПС. Большое им спасибо, что оказались в нужном месте, в нужное время. То, что сопроводили, что посуетились немножко ради нас. Огромное им спасибо. Побольше бы таких сотрудников ДПС. И действительно, экипаж сотрудников ДПС Новочебоксарского ОМВД стал непосредственным участником рождения девочки. Полицейские, дежурившие этой ночью, капитан полиции Олег Швардаков и лейтенант Сергей Арсентьев, быстро сориентировались, сообщили о рождении ребенка медикам, сопроводили автомобиль с матерью и новорожденным до больницы, где передали их медицинским работникам. Полиция предназначена для того, чтобы мы спасали жизнь и здоровье граждан. Это наша работа, это наша обязанность. Экстремальных ситуаций было много за мою службу, но именно такая ситуация, конечно, впервые. Вот. Поэтому говорю, я на дороге, наверное, работая, служа ГИБДД, видел от смерти, теперь до рождения ребенка, да, так скажем, уже, можно сказать, видел все. Теперь в семье Черновых есть победа, Виктория. Рост малышки 53 сантиметра, вес 3400. А встречалась перинатального центра Наталью с дочкой тот же экипаж ДПС во главе с новым начальником ГИБДД по городу Новочебоксарск Эдуардом Галкиным. В первую очередь хотелось бы пожелать этой молодой паре, Наталье и Максиму, здоровья, как говорится, и их дочке, которая родилась, скажем так, на глазах наших инспекторов дорожно-патрульной службы, обеспечивающих безопасность дорожного движения на территории города Новочебоксарск. Что касается обеспечения безопасности и все-таки оказание содействия нашим гражданам, личный состав на периодической основе проходит обучение по данному направлению, знают, владеют информацией, как оказывать медицинскую помощь, доврачебную помощь, осуществляют контроль за дорожным движением на территории города Новочебоксарска, в целом обеспечивают безопасность и при перевозке детей, ну и, как говорят у нас, смотрят за всем. Символичным подарком от отдела ГИБДД Новочебоксарска стала автолюлька – специальное устройство для новорожденных малышей. От личного состава подразделения отдельного взвода и отдела ГИБДД города Новочебоксарск от всей души хотелось бы вас поздравить с рождением третьей дочурки. Чтобы безопасно было перевозить вашу дочурку, мы вам дарим детское, маленькое, переносное крестница для того, чтобы вы могли своего ребенка положить и перевозить в транспортном средстве. Елена Фирсова, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска. Огромное большое спасибо.